Знаешь, Сережа, я готова признать, что во всей этой ситуации есть и моя вина. Я сижу дома с двумя детьми. Видимо, не привлекаю тебя так, как раньше. Юля! А на работе перед тобой постоянно мелькает эффектная, красивая женщина. Я понимаю. Можно я его поправлю? До безумия, до слез, до мурашек. Юль, я очень тебя прошу, пожалуйста, перестань постоянно мне предъявлять по поводу каштанов. Все еще работает? Сергей Петрович, я искала что здесь делать? Да я вот, Господи, снова вышел. Ноги сами без него я словно небо без Бога. Он тебе не ответит сам. Это где-то в его глазах. Правда твоя, там я тоже, я тоже его люблю. Распята душа, живу, еле дыша. Я тоже, я сам, как? Что как? Как?